С 1 декабря текущего года в области Абай стартовал проект «Успешная семья». Его цель – обучение уязвимых слоев населения, в том числе членов многодетных и малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, и молодежи из малообеспеченных семей новым навыкам для развития своего дела. Данный проект охватил 5 регионов страны, в частности Жетысу, Абай, Улутау, Туркестан и Актюбинскую область. Мы уверены, что этот проект станет уникальным, нацеленным на повышение благосостояния наших граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Есть поговорка «Родина начинается с семьи». Семья должна быть благословенной, успешной, чтобы фундамент нашего государства был крепким. Проект «Успешная семья» ориентирован в основном на семьи с низким доходом, проживающих в сельской местности. В рамках проекта «Успешная семья» предусмотрена поддержка участников, практические тренинги и мастер-классы по 5 направлениям. При этом они получат возможность обучаться в офлайн-формате на 2-недельном профессиональном курсе. За месяц мы людям даем знания, а потом они могут начинать свое дело. Мы наблюдаем за ними в течение полугода, направляем и поддерживаем этих людей дальше. По окончании профессионального курса участникам предоставляется помощь в размере 150 МРП. Деньги даются не просто так. Их выделяют на закуп необходимого оборудования для работы в профессии, на которую обучился участник. Отметим, что получатель помощи будет находиться под контролем наставников проекта в течение полугода. Ботагоз Дандыбаева, Шула Султан Махмудова, Ильжан Махзумов, телеканал «Семей».